И краш-тест запишем на видео. Поехали к поезду. Это что, до этого не писал, что ли? Нет, я писал, когда мы воевали. А что тут толку, тут однообразие. Ну, интересно. Ну, мне интересно, например. Не знаю, значит, на однообразие. Так, а куда поезд делся? Где он? А, на станции стоит. Так, манипуляторов маловато. Надо все под завязку. А у тебя там чай. Поезда ездит? Да. Уже себе сделал. По-царски. Ну не совсем, я там хочу лучше. Так, два ряда. Вот так вот. Сейчас мега выгрузка будет. Я там себе сделал поезд со скольки, с 10 вагонами. Он еле-еле такой едет, прикинь. Чем больше вагонов, тем он медленнее едет. Ништяк. Если без вагона, вообще-то он там летает просто. А если два поезда прицепить? Ну, тут не знаю, не пробовал. Как в этом... Я делал поезда сзади и спереди ставил вагонов. Он назад-вперед ездил, назад-вперед. Ну тогда тупо было, когда второй поезд едет, да, он назад, этот назад возвращается поезд. И все, пиздец. Стоят, тупят, не могут понять. Даже эти со светофорами делал, все равно там пиздец, они тупят и все. То есть надо хитрожопо как-то все это делать. В итоге. Так, мне нужны печки. Так, столбы еще нужно сделать. Так, я же хотел краш-тест. Так. Ну че, поедем, покатаемся. Дрынь. Давай. Опа, красава. Ебать, он носится. А ты, чувак, видишь на карте, как он ездит? Да, вижу, как ты едешь в твою точку. Вижу, как ты лагаешь там. Давай, ускоряйся! Жги топливо! Ну-ка, как топливо тратится? Посмотрите. 8 угля осталось, ну-ка. Ебать! Да, детка! Давай, я тебе сам. Так, а чё, у меня нету его чем-нибудь еще заправить? Кстати, у поезда 3 аж этих топливных бака. Неправильно, в принципе. Он же большой. Тормози. Окей, покатались. Все работает. Покатушки? Так, теперь вот эти вот надо снять. Бля, я неправильно их поставил, ебаный стыд. Надо все разворачивать. Они же должны загружать. А, не, они все правильно поставили, они выгружают. Выгружающие у нас. Блядь, заканчивается. Печаль. Чё заканчивается? Медь. Угу. У меня. В инвентаре. Это хорошо, то, что только у тебя. Ты еще и производство меди устанавливаете. Так, отлично. Чё он делает? А, я не выгружает, ах вы суки. Из локомотива, покиньте. Манипуляторы взяли, начали выгружать уголь. Суки. Разворачивать так, чтобы... Да, подальше их сделал. Чтобы они не дотягивались. Загребущие. Ручищи, да? А что, у меня нету больше манипуляторов синеньких? Ну тогда сделай, еб ты. Ладно, зеленый поставлю. Так. Тут мы пускаем конвейерную ленту вот сюда. А лента у нас есть? Есть немножко. Сейчас мы зайдем. Очень мне не хватает на печке.
Только нужно быть... А, не, не сюда, вот сюда. Вот тут он, наверное, сидит. Так, а тут, по-моему, должны быть... В ящиках. Ящик. Вот она. Ой, заодно ленту возьму, эту возьму. Зеленый манипулятор нужен? Возьму. Такс, текст, текст, текст. Надо, чтобы все это было ровно. Тут вот так, по-моему. Блин, не так сделал. Красота. Камни теперь нужны. Не понос так золотого. Тут и пластик, и вся хуйня. Эту печку нужно. Или погоди-ка. Хоть колбочки пошли, а то вообще пиздец. Следования не идут нихуя. Да, тут все ради колпочек этих делается. Так, ну что, печки еще. Пластик кончился. Пойду за пластиком теперь. Их спокойно срастало вообще. Да-да-да. Наказали твари мерзких. Ладно, не рисается никто. А те, видишь, и риснулись, и все, что-то там засели. Суд, когда страшно. Правильно делают, блядь. Да я сейчас на танках влетим. Не обрадуется. Надо знать свое место. Вот там, блядь, Мирина. Так, разгрузка построена. Так, теперь нужно... А, где буры? Электричество нужно еще подвести. Не забудь оборону поставить. Там, да, и оборону. А на оборону что нужно? Аккумуляторов взять. Ладно, сейчас сделаем. Так, а ты буры оставил? Да, там. Я не все взял. Несколько. Там 15. Много. Так, я пойду сейчас батареек возьму. Бля, что-то у нас этот медь стало медленно идти. Наверное, там выработались просто. Сейчас мы поставим. Я как раз взял. Ёлка! Съебалась! Что вообще? 6 печек не справляются. О, да неужто, блять. Да неужто. Так, еще хотел батарейки взять. О, пластмасса у нас не идет, чувак. Кончилось там что? Смотри, я занят. Сейчас не могу верну. Везде успеть. Где Бурат? А, идет, но очень-очень медленно. Че, очень медленно? Чего тебе не хватает пластмасса-то? Ну-ка. Не хватает петрольный газ. Понятно. А чего? Не справляется нефтезавод, что ли? Наверное. А чего раньше же справлялся, что не часто справляется? Мы же ничего не делали. Нефть кончилась, посмотрим. Да, нефть почему-то 3,8 из 10.
Там ты не сломал нигде, часом? Ничего не сломали наши вышки. Без понятия, чувак. Ну те вышки работают, я вижу. Вверху вышки там какие-то у нас выйдет, тоже стоят, да? 3,8 из 10 это не очень. Либо не хватает. Вот эти вышки работают. Должны работать. И делать их. Дима, блять. Нихуя себе за 100 лет начали нападать. Да ты спал. Блять. Так, ну вот вышки начали качать что-то. Качнули так, все. Мало что стало, надо, блядь, разбираться. Что-то нефти, может, не хватает, честно, на это. Пойду за пластиком схожу. Да. Может, просто завод надо поставить еще один. А, вот какой-то косяк, не понял. Вот это никуда не идет, что ли? Да, походу. Да, похоже, не идет. Соедини. А какие у нас самые ближние тут нефть была? А, вот это. Нет, тут еще есть, тут еще много. По-моему, они вообще бесконечные, конечно. Ну, нефть, да, бесконечная, но... Напор нужно, чтобы был. А ты так. Еще завод не ставил? Ставил этот завод, да? Ставил, да, вот он еще один. Тут сколько? 10 нефти, тут нормально. На это, наверное, не хватило. Во, все, и на это 10. Вышки да. Почему-то теперь были. Доску не хватает, чё-то. На уголь. Угля вроде тоже много. Ты петрольный газ, видишь, не вырабатывался. Сейчас пошел. Я не сказал бы, чтобы быстро делалось это все. Такое, короче. Может, просто расходуется, ладно. Надо поставлю все еще. Вот это почему-то. Энергии. Медленно. Так, ладно, нефть пошла. Пошли эти самые. Бать. 4 чипа на одну. Едем. Едем на поезде катаемся. Тормозили. И под этих чипов надо вообще пиздец. Да, зеленых потом и там еще. А потом на синий еще нужно. То есть нужно красных и будет усиливать. Это производство. Чипов, потому что нужно будет на синие чипы красные. Плюс зеленые нужно усиливать, естественно, на красные чипы. Плюс на исследования. Если ты меня понял. Да. Все очень-очень печально. Чё такое дерево? Сломать. А, я понял, в чем суть тут была. Ты хотел сюда добавить плит. Да. Но потом оно как-то соединилось. В принципе, можно так и сделать. Нет. В принципе, мне не нравится эта хуйня, ну ладно, пускай будет. А, я вспомнил, зачем поезжал за этими, за конвейерной лентой. Ладно, сейчас на поезде быстро доедем. Mm-hmm. Так, а тут есть? Дерево кончается, надо будет заправить поезд. Надо автозаправку пилить. Управлять самому это не камильфо вообще ни разу. Это не по фэншую, я бы сказал. Именно. Самое главное, прибежала за этими, за лентой конвейерной. Что-то забыл. Я как раз к тебе шел-то за ней. Что у нас двигатель-то делается? Нормально, 50-39, вообще ништяк. В принципе, их особо много-то и не надо. Пускай ладно. Да, ну синих производства нужно увеличивать. Надо сюда сталь мне подвести.
Может, ты подведешь сюда поезд? Сюда, блин, там придется тогда через лес, потому что все производство. Хотя можно через лес так пустить. И сверху вот где опушки турели твои стоят, выгрузку сделать. Все равно я буду по кругу его делать. А там нельзя сделать, типа, этот, как его, подземный туннель? Не, вот тут этого нельзя. Печально, что печально. Метро такое сделал. Было бы круто. Я, в принципе, лес сейчас вон тот смахнуть. И все. О. Нормально, нормально. Сейчас что-нибудь изобретем новенькое. Что-то можно запилить. Скорость стрельбы турелей. Всякая хуйня, улучшение, все. Но есть улучшенная ракета. Ты стрелял с такой? Да. Да, она тоже не очень. Они медленно, медленно без этого стреляют. Угу. И близко нужно подходить, близко. А экзоскелет ты делал? Да. Че он делает? Там просто вставляется в слот, типа. Еще вот этот. И ничего особо. Бонус движения 30%. Да. Застреляешь. Почему? Нормально, в принципе. Не, ну у меня он стоял. Давай, тормози тут. Эй, куда поехал? Собака, ну ладно. Ты еще вернешься. Противный. Сон турелей пускай будет. Так, вот это нужно как-то поставить сюда, что ли, так вот. О, поезд вернулся. Тормози, тормози, поезд. Ты не езжай. А, сука. Все, тормози. Так. О, сейчас металл будет производство сикашить. Так, где добывается еще? Печки есть у меня? Потратил я все. Еще печку мне. Штук 5. Чуть не вижу, куда я дел-то этот. А, вот он. Ага. Туда не цепляется, да? Пиздец, конечно. Происходит. Железо такое. Ух ты, блять, побежали, суки! Ах, пидорасы, а у меня нет ничего. Нет, вот танк стоит. Нате вам! Все. Бля, они ломают пидрилы. А я тебе говорю, он давай. Я вам поломаю, у меня этот есть лазер. Блять, три этих захуярили. Копальщика. Откуда вы пришли, суки? Мы же там зачистили. Слева, что ли, вон я вижу. Да там дохуя еще. Ладно, фигня. Ну, можешь съездить, разобраться, что-то. Сука, ты этих сломали. Пидорасы. Пидорас. Ну, надо стенку. А у нас стенка делается где-нибудь, это самое? Ну да. Естественно, сама стенка не делается. Можно сделать все в инвентаре из кирпичей. А, ну, надо поставить заводик, пускай делается. Да, но быстро делается, в принципе. Чтобы сейчас окружить это стеной все. Всю эту богадельню мою. Тут пацаны пришли. Хорошо с собой эти взял турели. Там сейчас все разъебали вообще. Блять, на таком маленьком этом работаю. Вообще. Это скоро все встанет, чувак. Нужно что? Железо. Ну железо, там же идет поток. Мало, мало. Не хватает нихуя. Развитый поток. Это не серьезно.
Надо сделать, чтобы он там в две линии шел. И все. Вот, турелик наставил. Все, суки, подойдите еще. Еще раз ко мне. Сейчас я еще сделаю, вообще выставлю. Да ты теперь научен опытом. Жестоким. Лучше бы на электричестве, конечно, заработали. Было бы прикольно, мне кажется. Здесь же электровозы. Да. По идее, должны везти предотопленные потом будет. Мягко. Я думаю, потом ведут как раз вот эти ядерную электростанцию. Ребят, смазочная жидкость нужна для скоростного конвейера. Да, я просто тебе говорил, она не так и легко. И делается он только в этих заводике. Да-да-да. Жидкости себе не возьмешь же. Это крутая тема, наверное. Так, еще сейчас поставлю. Так, и светильники я хотел. Осветим наши конвейеры. Во, красава. Так, тебе поставим оборонку немного. Вот тут сюда вот. Чтобы все они пришли. Хапнули горе и ушли. Чтобы же, блядь, не попали ни разу. Все. Защиту немного поставил. Тему же продолжить. Нашу тему. Так, загрузка. Нихуя, у меня же тут такое поле с этими, с генераторами солнечной энергии. Так, вот это вот надо поломать немного. 24 мегаватта. Это маловато. У меня полтинника не хватает. Так поставь еще. 7 мегаватт вырабатывает. 116 панелей эти. Паровой двигатель 17 мегаватт. Так, еще манипулятор надо, пиздец, поставить. Так, нахуй. Вот так вот она и будет выглядеть. О, заработала система. Тебе надо, чтобы она с двух сторон ебашила. То есть сюда мы пускаем вот эту вот фигню. Отсюда она выходит. Будет вот отсюда загружать сюда. Еще хочу сказать, еще электричество надо. Да, жесть. Сейчас у нас будет мегазавод. Проблемки с ресурсами, ага. Понятненько. У нас есть проблемы? Не вижу никаких проблем. Вообще, блядь, стальных пластин недостаток у нас. Давай заебали. Давайте посмотрим, что они там буянят. Снизу? Починю, может, новых. На химзавод на нас нападают, сучки. Крашеные. Там загрязнение сильно большое. И они такие, блять, природа. Так, нужен столбы. Так,
Да вы тут шумите, товарищи. Какие-то бомжи прибегают. Так, ну как-то так. Не можешь еще отсюда пустить. Если поменять. Схватывают. Так, ладно, надо найти чего? Надо найти. Это собака, не хватает немного. Железо где-нибудь найти. Это я тут видал, кстати, недалеко. Маленький такой кусочек. Это камень. Камень окаянный. Окаянный. Не-не-не. Может, тебе приехать и барону построить? Да не, я сейчас тут сам доделаю. Тут уже почти все готово. А это у вас что тут? Чуть-чуть этого. Ебать, она рудой забила ящики. Мне нужны манипуляторы. Ты зачем выкладываешь? Ты не выкладывай, ты закладывай. Здесь нефть есть. Да, нужно железо. Делай, что хочешь, и железо достань. Пойду тебе помогать. Перспективы нету. Нету перспективы. К железо. Так, ничего, сейчас на поезде поедем. Ну, нужно еще куча буров. Очень много, штук 20, а то и больше. Для железа. Еще вон там можно тоже сделать. Тебя не возят еще? Ну, пока только тестируем, не хватает ресурсов. Сейчас пойдет, смотри. Опа, ну какая разгрузка. Ебать, они хуярят. Так, только тормози поезд. Не отвезешь. О, пошло. Сейчас будет металл делать тут все. В два потока. Только тут надо ускорить этот конвейер. Что-то слишком медленно он. И пустить вообще напрямую. То есть вот это уже не актуально. Тема огонь. Пойду еще замучу, наверное, все энергии. Что там поломалось? Да чё ты? А, ты мешаешь. Ах ты собака. Так, тогда отъезжай. Интересно, кто там такой дерзкий у нас? Охуели, что ли, мрази? Так, ништяк, пока так. Так, мне нужно что, металла еще? Получается, пластин. Так, пока буду бегать, манипуляторов сделаю, ящиков сделаю. Еще возьму железо. Так, нужно алюминий. А его нету, да? Точнее, медь. Ну, сейчас свет появился, все. Упало. До половины, видишь? Они половину не должны работать. А, понял, короче, все.
Ладно, сейчас, подожди. Да и у нас и печки тут особо не работают сейчас, потому что металл слабо идет. Точнее, руда слабо идет. Заберу все камни. Надо руду сейчас возить уже. Есть у меня чемоданчик. Ну неплохо так. Эта руда у нас тебе будет так, на подспорье. Чтобы не останавливалось производство. А будем основную подвозить. Так, а что я пока стою? Сейчас мы сделаем еще копальную хуету. Сколько у меня их? Маловато. Еще не хватает металлических пластин. Ну пластин так пластин. Буры есть, лазерные вышки есть немного. Можно еще две сделать. Меди нет. Тут нет ничего такого. Вот уголь надо тоже куда-то перетаскать. Хуёво будет, если у нас электричество встанет. Примерно кончится уголь для того, чтобы заправлять. И все, у нас ничего работать не будет. Даже ворона, короче. И все, блядь, нас просто ебнут. Кстати, достаточно, чтобы 4 бойлера на полную работали, нужно всего 5 штук, короче. Да. Так что можно еще тут добавить, короче. Бойлеров тебе много этих штук. Пу. Ну мы добавим. Я добавляю уже. Ну да, давай я тебе покажу. Сейчас. Как работает мой поезд. Поезд сейчас. Мечты. Быстро делается, снимаюсь. О, все выработалось, ресурс тоже стал. Последний работает. Ебать, этих бойлеров наставил. Я теперь это подключаю. Так. А то можно просто трубы подвести и все. Иди. Снизу. Около тебя. Они чувствуют, наверное, жопой. Да. Вот сколько ты поставил сейчас, посчитаю. 6. Ты 8 поставил, а на 8 я поставил 1, 2, 3, 4. 6 штук, короче. И полная получается. А, посмотри, вода там полностью идет. Заполнен он. Ну, написано, доступная производительность максимум, короче. То есть максимум ебашит, может. Здесь производительность доступная. Производительность. Да, мы полностью заполнен. С одной трубы. По последнему смотреть надо. Да, не одинаково все. Не, воды чуть-чуть не хватает. Ну как, 9,4, короче. Почти полка. Ну нормально. Ладно, пойдем покажешь. Потом я продолжу, короче. Увеличение. Интересно, а мы вдвоем сможем в поезд сесть? Сейчас узнаем. Мне там на это надо. Железная счастерня, а мне стальных плит не хватает. Есть где-нибудь стальные плиты тут в ящике? Не знаю. Около меня там есть. А тут такой, знаете. Жесть вообще. А, вот здесь надо есть. Нус. Я тут, а. Мы на машине или на поезде? На поезде, конечно. Садись. Сел? А я не могу. Сейчас тогда подожди. Подожди, ничего не нажимай. Можно второй сзади подключить. Ну, я подключил. Куда ехать? Так, не, подожди, не, ехать никуда не надо. Стопэ.
Так, сейчас. Надеюсь, не успею, не уедет. А ты задний-то заправь. Да зачем? Ну будет быстрее, на. Ездить. Ну, ладно. Дерево. Не, задний поставил, чтобы доехать тоже с тобой. Хотя можно впереди его так же поставить. А что он не едет? Сейчас, подожди, 20 секунд. А где этот показаться? Смотри, на него нажимаешь. Потом такая стрелочка, показать локомотив. А-а-а. А, ну это он топливом заправлен. А так, когда на него нажимаешь, там, видишь, выгрузка и загрузка железной УД я подписал. А, прикольно. И там полоска, а время ожидания на станции в секундах, типа 20 секунд. Mm-hmm. Типа, ну, чтобы он успел загрузиться и выгрузиться. Но он поедет? Ну, давай сейчас мы сделаем так. Загрузка. Просто я сдвинул его чуть-чуть. Да нет, не, поедет, что не поедет. Тут же не выдает, что нет пути или еще чем-то такое. Нет. Ну сейчас, подожди, поправим там. Загрузка. Что-то я ехать не могу. Никуда. Что-то хз. По-моему, если вдвоем сели, он не поедет. Но... Не, можешь поехать. Сейчас тогда, погоди. Я, мне кажется, из-за светофоров надо их... Сверху побегать стали. Немного убрать. Надо будет с ними разбираться еще. Тыкс. О, у меня есть идея. Но по-прежнему он не едет, чувак. Сейчас, подожди. Вот так вот. Два состава. А брони нормально у него, кстати, смотри. О, поехал. Смотрите, у него от удара защиты 50, вообще не нужно разбить. Цени, он сейчас будет сам загружаться и дальше поедет. В общем, сидим, не вылазим. Тут, ну видишь, надо еще доделать. А, блядь, не так, ёпту иметь. Ну ладно. Это, видишь, второй состав, он по первому. Первый выставил. Все, и дальше поехал. Все нормально. Вот так он и будет. Ты вагоны заправил, приехал, разгрузил. Только, блядь, сейчас надо... Давай, тяни. Нахуй. Тормози! Сука. Да поехали туда, ладно. Выйдем там. Просто видишь, второй вагон, он будет из второго вагона просто сейчас выгружать, точнее, из второго состава выгружать этот самый руду. Давай, выйдем, я выйду там. На той стороне. Ведь провода прикольные такие, чух-чух-чух. Дембельский поезд, блин. Да, если я выйду, меня убьет? Нет. Ну, если ты не попадешь под колеса. Вот так вот. Хватит железо. Надо больше линий делать. В принципе, так нормально. Так, все. Вот тебе он поедет. Так вот. Все. Так, тут я дальше хотел доделать. Загрузку. Понимаешь ли? Ну, тема с поездом вообще огонь. Оборону тебе соберу. Я это самое, надо стенку там сделать. Вот вообще вот эту всю стену за... Цени, чувак, иди сюда, будем зачищать. Сейчас, погоди. Да дай, доделай этот поезд. Тут кататься на халяву. Ну ладно. Во! Все. Вася. Пускай где? Загружает по полной. Сейчас еще эти сделаю потом. Ну давай. Сейчас. Хуящий, блядь. Почистили. Так, это значит сюда у нас, да? Надо еще сюда поставить буры. 17 штук сделал. Тут должно производство ебашить просто в путь. Ой, мимо. Промахнулся. Так. В принципе, это и то нормально работает, ладно, тогда идет. Сейчас.
Сейчас, сейчас, ебать, можно еще скорость увеличить в лазерном турели. Сколько можно, уже 6. Надо светильники поставить. Пускай изобретает еще скорость. О, поезд приехал, ну-ка посмотрим, как загрузится. Нормально все? Алень, пошла. Тема загрузка вообще, чувак, огонь. Ну-ка, он успеет полностью за 20 секунд загрузиться? Должен, по-моему. Загрузиться за 20 секунд. Уже почти вагон загрузил. Нормально, чувак, вообще огонь. А, да, за 20 секунд успевает загрузиться. Я заявляю это официально. Молодец. Так, вот так сделаем. И разгрузиться я тоже думаю за 20 секунд должен успеть. Ветеринар в инвентарь ложится, заколебало ты. Так, и станцию мы прикроем турельками. Тут немножко поставим их. Я не хочу, чтобы мою любимую станцию поломали всякие говножуи. Нехорошие товарищи. Все. Опа, опа. Ты поломал там? Да. Света нету. Но я могу загрузиться, если хочешь. Давай, загрузись.